В этом обзоре универсальное крепление под эхолот или навигатор, аналог известных крепежных систем RAM на подвижных шарах-суставах. Крайне удобный способ закрепить и точно настроить положение прибора на лодке или катере. Наше крепление выпускает тайваньская компания Easterner. Его номер в каталоге C12828. На упаковке есть монтажные размеры, можете их рассмотреть на паузе. Крепление состоит из двух платформ на шарнирах и обжимной стойки. Круглая обычно крепится на корпус, а к прямоугольной монтируется прибор. Благо отверстий там предостаточно. Деталей немного, но если будете разбирать, делайте это аккуратно. Пружина довольно жесткая и может далеко раскидать детали конструкции. Сразу начнем с шаров. Они здесь большие, 1,5 дюйма в диаметре и очень хорошо обрезинены. Все основные детали выполнены из металла, это алюминиевый сплав. Пружина жесткая, а фиксирующий барашек с широким захватом. Очень прочный и хорошо ложится в руку. Крепление крайне удобное и нужное. Много лучше обычных P-образных рамок. Наклоняется, разворачивается и прекрасно фиксируется. Так как брендовый крепеж существенно дороже, основной вопрос при покупке данной модели – надежна ли конструкция и выдержит ли тряску на волне. Лодок у нас нет, да и зима уже, а вот специально обученный человек всегда найдется.